Çürüyedir. Сейчас я гружусь в Долоране. А кто-нибудь с замены дайте тайномагу пати и полетимте сразу к ИК, чтобы засумонить людей. Я с тобой пойду на сумон. Давай, встречаемся у ИК у камня. Не долбим мобов. Они долбят все равно. Винопуливаю. Будете долбить мобов, они вас потом отдолбят. Проникайте глубоко в пещеру. На один идет. Я в хиле, что ли? Сейчас спрякнусь. Мосс и так в хиле, он шаманом. А чё, так, кто на драконе? Пан от нас ливанул, что ли? Да. Пан. Вон он стоит передо мной в портовой плюхе. Ну чё, бафы будут, нет? Второй фазик на ком на подошве. Бас по поварам будет. Thank you.
У нас касок нету. Давайте я дам тебе каски. Угу, сейчас. Че, добавим каски? За дом еще и демон есть. Доро. Чисто. Перестарался. Дум, зачем ты убегаешь? Тут, кстати, турбойс много и не должен дамажить. Это огненный босс. У него там всякие сопротивлялки, наверное. А вар есть вар. Ну да, я думаю, да. Лехус! А вообще Владик его можешь называть. Ему очень нравится. Фанат Лехуси. Лехусес. Лех. Леха, а ты правда на Лехухе ездишь? А, то есть ты на копейке ездишь, мечтаешь о Лехухе, да? Хулин. Вот иди туда в яйца и стой там. Подождите 30 секунд, буст откатится. Рыба стоит или что? Рыба будет. Погнали без рыбы. Ну ты сказал, на кого хочешь, я на друида напулила. Дай ему как.
40. Да подведите меня к хардбоссу, ё-моё, ну. Я ударила моба и сдохла. А я с дракона взял. Твой хухоль пусть про товар кричит. Кто первый там окажется, будет какой-то подарочек, нет? Да. Три удара с тропоном. Вот, давай, бати, я шаману. Тогда. Я так не играю. Да. Это иномар. Да. Где тайный маг? Куда он делся? Почему нету его? Войта, я тебе друг. Да, Смоню пишет, нельзя применить к этой цели, ведь задумался. Я вон все первое, дайте мне доп ЕП, пожалуй. Там что-то про стропон речь шла вроде одна. Ну, я не против.
курица. А фото в студию будет с раздачей призов? Отлично. Плюс 200 тысяч подписчиков, да? Но ненадолго, бля. Я паладином пойду. Наверное. Смотри, кого попало, короче. Я, конечно, не специалист твой, но, по-моему, ты намекаешь, чтобы мы все быстрее делали. Привет. У меня просто 1926 интеллекта на персонаж. Бой, ты энергетик выпил, да? Тебя деятельность прет. Энергетик мне вчера вообще нихуя не помогла, блядь. Нифига себе, Войт поспал. Здесь. Я также в хиле остаюсь. Я внизу. Я напуливаю на Вейда, у меня на него макрос все. Да, конечно. Если надо будет, скажешь. Ты напрасно тратишь наше время, помоги. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Турбо-РК будет? Турбо тут? Нет. Ну, наверное, ты, да, перекинь. Под феном?
повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Долго я... Где ты таких находишь? Не, ну типа в том, прикол в том, что я не видела ни одного танка выше 265. Боежек в Гере нет, только в обычке. Это в обычке. Так это ж обычка. А, да. Да? А если, допустим, не выводить босса из стены, а просто повернуть его боком к стене? Я так делаю. Ну, здесь, знаешь, я перешусь мастерство, я могу в ебало просто бить. А как ты? Лучше на Сирусе так не делать. Улетишь куда-нибудь в степи. Я уже написал, что через 2 часа будет. А ИП будешь давать? А если только на 2 инста из 4 смогу пойти? Половину ИП дашь? Просто я не знал, что у нас будет еще второй вид. Гру магию закрыл. Делайте лучше воскресенье.
Не, ну да, 8 боссов сможем. На фул вряд ли 8 сможем. Играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного. Ребята, кто что мне забрал? Кому это нужны они? Заслужите достойную награду. Я вот листаю. Запятнать честь альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Кого первого добить? Заберите ДК, ромбик. Я упал, меня ДК убил, у нас ДК по рейду жирает, гадает. БР есть. Он уже в КД не ловится. Не восприимчивость у него, да, вот он. Клад корня.
Давайте, берите ДК Крида. По черепу. Кого? Креста может? Антара? Трогал за хуярчик. Давайте креста Антара. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Потом мага добивайте, ну зло. После глыба, да. Друиды пинайте. Кидайте изгнание ему, хорош, косты бейте. Идите друида бейте, кто рогу там стал бить, идите отсюда. Я пока не могу использовать эту способность. Белый контроль, мне скучно. Теперь можно рогу. Не дает Гавренчика в обиду частицу повесил. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Чем могу быть полезен? Воль, ты не пожалел, что мне дал бдитель? Ты не пожалел, что мне бдительность дал? Крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания да. Начнутся. Ну конечно, я же выканчил. Кто тапки спит? Короля Лича, вы умрете.
еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Есть угроза. Есть 100% и 200%. Когда ты у меня 150%, а у тебя 100% угроза, ты нажимаешь таунт, у тебя становится 100% угрозы, а у меня 99%. Знай. Страшные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Знай, живи теперь с этим. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. То есть никогда. Звездопад давать нет. Окей. Ну так все нормально, так раньше и здесь нужно. И здесь-то тянется время, что, потому что шаров у тебя ограниченное количество. А так, и то есть получается, что первый, по-моему, третий можно снять бопом, там как раз боп откатывается. А второй и так далее уже
уже лужей, тем самым экономят лужу. То есть, соответственно, маги снимают глыбы и так далее. Но здесь иногда багают. И у тебя шипы после такого снятия будут летать как бешеные просто. Поиграй за мага. Жука бейте. А лужа был. Ну, я туда их привел, его притянули просто. Первого убили, он притянул второго, нормально. Ну, он мне специально снимает, чтобы попробовать. Зачем? Один вопрос, зачем Вару нет танку отменять бдительность? Слушай, бывает СС слетает, я вешаю на Лджине элементарно СС перед началом босса, он в момент боя слетает. Грул магик. Так же с бдительностью может быть. Давайте сделаем это. ПМ, читай бой. Кстати. Под боем. Конечно. В три уже. Ну, это если на кнопочки жать, люди умеют. Сейчас. Хера у тебя амбиции. Вот ключевое на обычных сервах, на этом изврате. Мы с тобой в шкаф нести, ребята.
Чё ж это за кофе за 5 минут-то такое? Заранее приготовленный, холодный. Куда уже котик сходил два раза? Че, мультицветок был? У нас токены за ГП или... Он за инстом просто его суманули в камню. А ну, Белора, Белана. А как это переводится к ста? Помянем пацана, чё не пацана. Сейчас на дроида. Да какого дроида я танчула? Ну, лок, этот моб, это лок. Чем напрямую? Художественный фильм спиздит. Это Гитлер. Ходят слухи, что можно свести. Но только что он крутился, он уже не будет крутиться еще раз. Алиса. Да. Все нубы на заменах, ну. Все нубы на РДД. Пошел ты. Первый посыл. Помяни.
Ну, сейчас 4-2-4. Ну, есть и 4-4, 4-10. А сколько КП с этой 4 дается? Не достаю. Слишком далеко. А рыба будет перед боссом? Просто мне что-то показывает то, что 11, но мне кажется, навряд ли 11, блядь. Не, это он брешет. Там, когда распаковываешь, тогда он пишет уже сколько. ГП за грудь, за перчатки и плечи 240. А грудь сколько? 331. Не надо. Здесь я в сале буду стоять полбоя. Зачем? Дайте рыбу попробовать. Поставила рыбу. Да, конечно. Я что-то куда-то покупала, осталось. А хоть ГБ на ГБ стал похож немножко. Дилку на него, ой, дилку, дальше пока докидаю. Пишу, 50. Да. Но они и включили форму оленя. Бисти 41.
Олес, я же говорил, ложный выпад на... Я его прожала. Ну когда ты прожал? Последнюю секунду или заранее сильно? У него там время очень короткое. Ну да, как раз там получается, если последнюю секунду нажимаешь. Ебало, сало. Там по дебафу видно, когда он проходит. Там 3, 2, 1, вот когда единицу уже. Нет, там удар земли такой, камешек появляется. Да. Да. Это уже надо до него. Да, это жесть. Вайт научился стакать расход. Ой, ты желание умеешь. Я гроза интернет пропал. Да, сейчас может включать, но пока замени лучше. Я, короче, на кубе буду Войт, шансонов в этот, в Шопен, может, там шнихер хелит. Алёша, уже Алёша, вон! Не, наш Лекс это Владик. Блин, Лекс, такое классное имя. А, назову себе так, сына или собаку. Владик это город.
Вообще-то он Владислав Михайлович. Но для меня просто Владик. Владик Михайлович, может? Воет. Ты что, в доту играл ранее? Да сейчас все локи войды свои назовут. Тот же можно переименовывать своих петов? Ну вот, можно войда войдом назвать. Ну что вы там магика закрыли? Ух, как хорошо! Вечерок по кошку поду. Я-то думал, а тебе вот ветерка хватает. Стропоны в форточку не залетали? Пока нет. Но тут же от этажа зависит. Ну это ж какой ветер нужен, чтобы стропон поднять, да еще и на этаж? Второй. Да, да, такой хороший. Мультик был бы для взрослых, блин. Это из разряда, если кто спулит босса, будет проще ливануть из гильдии, чем получить шмот. На летающем стропоне. Алиса, блядь. Это оскорбление или комплимент? Как она умудрилась? По-моему, это способ подогнать Алису, чтобы она шевелила. Я, короче, кинула хитрости на Вайда, начала бить, и меня шотнула. Я дорезать выхухля кровавым. И вы сами там.
Сразу кто-то задумал, кто-то рога. Объясните меня, я на тебе стою. Да блин, это... мне нравится куб прижимать, это классно. А масса это, да, тебе еще? Да. МК дай. Турбо. МК дай. Турбоис. Турбоис, чё МК не даёшь? Я заебал уже. Потому что ты прослакал весь прошлый данж и не давал никому МК. И все были без МК из-за тебя. Я вообще на Оне не давал, только на Ике дал. Я этим ПМ писал. А я не видел, потому что чат скрывается автоматически. Я сразу такого раз турбой где-то проебывался. Ну, не видел, как сказать. Там же с четвертой катер, да? Или с пятой? Все хорошо, нам только надо четвертую кату апнуть, и можно в целка. Стою возле РСки уже на сумоне. ОБ. Ну так может кто останется, еще один подлетит на сумон.
Мы начнем с умонить камни. А для Виклика требования есть какие-нибудь там категории? Или для этого ничего не надо? Пятая. Категория пятая нужна, по-моему. Если хочешь, чтобы Виклик был, то еще квесты на этот, на кару сделай. Ага. Не, ну это я знаю. Видите портал? Давайте, а то либо... Ребята, голова моей как кому-нибудь нужна? Кто там вырос? Фоджи, тебе нужна голова?